Приведище! Это рафт. Моя лысая башка и мой палец показывает на стройку. Сегодня мы наконец-то покорим ее, надеюсь. В прошлой серии меня она нагнула, поэтому мне пришлось заново делать все инструменты, но уже успел восстановить. Короче, вот ласты мои, кислородный баллон и каска, чтобы прикрыть мою лысину. И теперь я настоящий космонавт. Башка защищена, рот тоже, на ногах ласты. Все как надо. Но есть нерешенный вопрос с электрическим опреснителем. Мне сказали, что его нужно ставить на первом этаже на край. То есть вот так вот, таким каким-то вот макаром. Чтобы он качал воду снизу. Но на кой черт он мне внизу? Это большой вопрос. По крайней мере, я вижу, что я могу подключить к нему трубу. Воду он качает при помощи пылесоса, который я фиг знает где раздобыл. Фирма Duster Ultra Zero XF. И, конечно же, вся вот эта приблуда не будет работать без батарейки. У меня как раз тут дождь, батарейки заливать. Надо их, конечно же, снимать отсюда поскорее. Вставляем сюда. И вот наш пылесос качает. Качает вот отсюда. И прямо в нашу... Ого-го-го! Чуть пятку не откусило мне. И качает прямо в эту бутыль. И теперь я могу наполнять бутылку пресной водой отсюда. В принципе. Ну, короче, классная штука. Пускай пока так стоит. У нас рассвет, а я уже почти по голову в воде. И мы сейчас будем решать проблемы наших прожекторов. Да что это такое бомбическое это происходит там внизу? Хочу попробовать поставить сюда, вот. 4 лампочки поставил, и теперь здесь все освещается. Но туда-то я не спешу спускаться. Я предлагаю вот здесь вот все обыскать. Кстати, мне в комментариях писали, что вот таких вот штук действительно... Тоже можно заглатывать кислород. А мы спускаемся еще глубже. Вот сюда. Тут инструментики, каску вижу. Да, у меня теперь есть строительная каска. Пожалуй, я ее одену. Потому что мы на стройке все-таки находимся. Опа! Теперь я строитель, ё-моё! Ну что, тут я закончил. Так что можно смело заныривать теперь сюда. Только надо опасаться этих долбанных электрических медуз. Что мы тут имеем? Тут проход закрыт. Нам, по всей видимости, туда. Там вон еще брешь есть. Туда можно заплыть. Ух ты! Еще один ящичек. Со жрачкой! Шикардячина! Еще один карманчик воздушный. Подышим. И тут, кажется, можно побродить. Смотри. О, записка. Давай почитаем. Ворона Пойнт, много дырок. Легко передвигаться незаметно. Сегодня я стащил молоток. Вчера залез в заначку бригадира за сушеным мясом. Красть еду не так приятно. Она ведь рано или поздно портится. Часы, которые я спер у того горластого бурильщика, гораздо интересней. Сегодня вечером я найду что-нибудь еще получше. И нет подписи, непонятно, чья это записка. Возможно, щипача. Ого-го. А что это за... Что это за древняя такая палка с гвоздями? Похоже, знаешь, на что? Ну-ка. Не, на ловушку похоже. Пролезу-ка я вот так вот. Что происходит? Чё? А, нифига себе, здесь ловушек-то вагон. Я вот на эти гвозди наступил и поранил свою пяточку. Ну-ка, подожди. Ну да, действительно. Очень неприятная вещичка. Да тут ловушек просто на каждом шагу. Смотрим под ноги. Проходим аккуратненько. Почему тут так все хорошенько защищено? Возможно, тут кто-то живет. Даже стенки в шипах. Тут можно, кажется, ага, забраться. Не, ну точно, это чья-то нора. Тут явно кто-то живет. И мы его сейчас встретим. Или не встретим. Ящик с инструментами. Балдежно. Еще и биотопливо нашел. Провода электрические куда-то идут в стенку. О-о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 -
Но меня вроде не сильно цепануло, но я пробежал. А откуда она срабатывает, за счет чего? Как? Как так выходит-то? Непонятно. Но я знаю одно, что мне надо пожрать, восстановить силы. И выпить. Пока жрал и пил, он там еще одну ловушку заметил. Смотри, вот она. Мадрить, колотить.
Куда я забрел? Я же не Индиана Джонс, не Том Брейдер. Здесь вот ловушки, смотри, какие стрёмные. Сейчас я точно тут отхвачу. А! Больновато. Так. Пила. Боже ж ты мой. Я сейчас сюда по... А, вот, смотри, во-во-во-во. Я вижу эти нитки. А если ударить? Если ударить по ним... Ничего не происходит. Ну, короче, надо перепрыгивать. Опа, я перепрыгнул. Так, здесь нитка для чего? А, ну вот, понятно. Хопа. Значит, и там тоже у первой ловушки, где меня подцепили, тоже была нитка. Я просто не заметил. Но тут явно не пролезть, да? Вон туда, вот сюда вот точно не пролезть. Хотя там... Подожди. Больно. А, нет, нам именно сюда и нужно. Но надо вернуться, потому что там ящик был. Ящик. С ценными вещами. Такое себе ценное. Стекло и куча досок. Вот это тут кто-то настроил. Тут еще ловушки. А куда мы вообще, собственно, поднимаемся? Я вроде как на глубину плыл, а теперь уже и наверху. Фонарик надо было с собой взять. О, еще одна ниточка, растяжечка. А тут-то как прыгать? Опа. Так, опа. Здесь пролазим. Полоса препятствий долбанная. Но это что-то интересное, это что-то новенькое. А дальше-то я как, куда? Что, прыгать вниз, что ли? Наверх никак, только вниз. Ну ладно, вниз прыгнем. Надо было еще фонарик с собой взять. Ни черта не видно. И что? И куда я пришел? Чертежи? Кажется, вот оно, логово. Кажется, это логово. То самое. Ключ от хранилища. Но это не тот ключ, конечно, который я искал. Давай почитаем, что там в записке у нас. А, да ладно, это логово щипача, оказывается, потому что вот приписка щипач. Я бы уже начал скучать, но в последнее время хранилище занимает все мои мысли. Вода отняла его у меня. Надо было действовать быстрее. Теперь появилась помеха. Затея рискованная, но, возможно, оно того стоит. Не могу перестать об этом думать. Всего одна акула. Неужели я не справлюсь? Щипач. Да ладно, щипача акула сожрала, что ли? Черт, а я-то думал, я с ним встречусь. У него тут даже туалет есть. Затащил как-то сюда. Посмотрим, что... А, вот, кстати, манекен, который он стащил. «Привет, я Миранда», написано на жетончике. Такая себе Миранда. А, что у нас здесь? Улучшенный налобный фонарь. Класс. Надо будет сделать. Так, ну и что? Мне нужно теперь куда-то в хранилище идти. Но не по тому пути, по которому мы сюда пришли, а по-другому. Вот сюда. Вот это вот что значит? G. Кто ж его знает? Ух, сколько здесь барахла-то. Заначка, однако. Арбуз. А вот и сейф. Титан, стекло. Это прям как надо. Тут столько барахлища, елки-палки, щипач. Как ты сюда все это натаскал? Ящик еще... И вот, и рецепты там. Подожди, дай я посмотрю, что я тут набрал вообще. Давай-ка мы сейчас освободим место. Вскроем посылочку. Что там у нас? Деревянный туалет. О, туалет, это здорово, наконец-то. Значит, каску снимем. И наденем удильщика, которого я недавно грохнул. Чтобы хоть как-то осветить здешнюю территорию. А теперь можно и выпить, и пожрать. Еще арбузом закусим. И свеколочкой. И кокосиком. И вот, собственно, место-то мы и освободили. Уже получше. Я так полагаю, нам теперь вон туда, где красная буква нарисована. Я надеюсь, здесь крыс нету. Щипач их сюда не притащил в качестве домашних животных. И опля! Ага, попробуй туда запрыгни еще. А, вот сбоку надо проходить, я понял. Сейчас мы это реализуем. Давай, пошли, побежали. Вот так вот. Я здесь. Что мы тут найдем, интересное? Ух ты. Карта с краном. И он показывает, что внизу клад. А где человечек нарисован, это, скорее всего, я здесь нахожусь. Угу. Ладно, пойдем. Ух ты, елки.
Вот это он тут наставил. А прикинь, если бы я на скорости вломился в эту дверь и вылетел прямо на эти бы шипы. Я бы весь попец себе продырявил. Так, перепрыгиваем и ныряем. Ух ты. Ух ты, нифига себе. А, вон, кстати, прожектор, который я включал. Все понятно. Смотри, как здание уходит туда, в глубину. Жесть. Насколько же затопило этот мир. А самое прикольное, откуда растет вот эта длинная водоросля. До самого верха почти. Вернуться назад. И теперь давай погружаться вниз. Искать клад. Значит, здесь я все обшарил. Тут ничего интересного нет. Нам нужно куда-то вот сюда. Вот прям конкретно сюда. Вот, отметочка стоит. И тут еще, по-моему, прожектор, да? Или это медузы так подсвечивают мне? Тут у нас еще... Опа! А вот и хранилище. Вот ключик. Как раз у нас есть для него. Но! Вон хранилище. А мы можем спуститься еще ниже. Потому что есть пробоины в доме. И здесь вон что-то есть интересное, смотри. Тут мусор просто. Ладно, по всей видимости, чтобы глубже спуститься, нам нужно открыть это хранилище, и там, возможно, будет акваланг. Я надеюсь на него, потому что с ним было бы намного проще здесь плавать. Так, и что тут у нас в хранилище есть? Оно какое-то пустое. Опа. Понятно, не совсем пустое. А можно лук взять? Давай я с лука постреляю по этой фигне. На тебе. На. На. Получай. Готово. Забираем бошку. Черт, 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 черт. Кислород, кислород, кислород кончается. Кислород кончается. Куда же мне? Куда же, куда же, куда же, куда же, куда же? Дайте мне где-нибудь что-нибудь подышать. Черт, сейчас. О-о-о-о! Фух! Ты мое спасение, да? Какое ты мое спасение? Давай пожрем по такому поводу, а то в животе урчит. Кстати, я не понял, а где кислородный баллон мой? Ласта-то хоть на месте? Ласта на месте. Так, у меня, походу, кислородный баллон из строя вышел. Абзац. Тогда не теряем время и плывем дальше. А, вон где мы оказались. Здорово. То есть мы еще в одном туннеле. И вот хранилище, по всей видимости. Ящик с инструментами. Ух, елки. Мегалодон! Да ладно! Это же мегалодон! Огромное акулище. Обалдеть. Вот кто это здание-то ломал и бил, и почему все тряслось. Акула, ты где? Обалдеть, какая она здоровая. А-а-а! Она, короче, в каком-то строительном отсеке огромном застряла и не может отсюда выбраться. Поэтому она тут все колбасит. Но она меня может в то же время и сожрать. Ух, нифига себе! Какая ты здоровая и опасная! И что мне с ней делать? Кто-нибудь расскажет? Вон бочки вижу, бочки есть. Бочки, а для чего бочки? Нужно что-то подорвать? Или, может быть, акулу туда заманить? Сейчас попробуем туда заманить, значит. Сейчас она сюда подплывет. Ухо! Ничего себе, она меня откинула. Сейчас мы тогда коварным методом, знаешь, что сделаем? Вот сюда спускаемся. Вот так вот плывем, плывем, плывем. Кислородика, конечно, маловато, маловато. Ничего не поделаешь. Ух ты, елки. Акула. Какие-то части полетели. А, она туда. Бочку взял. Положить. Ясно. Что-то куда-то можно расставить. Но мне сейчас не до этого, потому что у меня мало кислорода. Так, она дырку там сделала, да? Походу, мне теперь надо с этим огоньком туда плыть. Где акула-то? Куда она? А, вот она. Что ты на меня смотришь? Нет! Нет! Не надо меня колбасить так. Здоровья нету. Здоровья ни к черту. Я сейчас откинусь. Блинский. Уходим. Уходим отсюда. Вот это дела. Короче, я отсюда выплываю. Мне тут делать нечего, потому что у меня кислородного баллона нету и лекарств. Ну, короче, я готов.
супчик загрибастал, точнее, это омлет с грибами, и можно снова погружаться во всем обмундировании. Ласты, кислородный баллон и каска. Погнали! Ну чё, мегалодончик? Мегалодончик, а вот ты где. Я уж думал, ты уплыл куда-нибудь. Я спрячусь здесь, вот здесь вот. Вау! Я буду прятаться вот за этими столбами, если чё. Где он? Я его не вижу. Вау! Нифига себе, как ты меня напугал. Как ты так подкрался сзади-то? Он туда уплыл. Я видел, что ты туда уплыл. Так, я надеюсь, что тут не по кругу. Он там стенку пробил, офигеть. Обалдеть, ты чё такой? Так, я за колонной, если чё, я за колонной. Опа. Требуется взрыв. Теперь я, кажется, понял. Нам, короче, эти колонны надо разрушить, получается, да? Так, 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 подожди, 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 подожди. Все, теперь встал на свои места. Так, берем. Где он есть? Куда уплыл? Сзади появится, может быть. Так, кладем сюда бочку. Да, она положилась. И как-то это все дело теперь надо подорвать. Вот бочка, которую я подожди, кислород. Кислород! Нет, живи, живи, живи. Так, мегалодон промазал. Фух, выжил. Живем пока. Еще две колонны. Раз и два. А дальше я фиг его знаю, что делать. Кладем сюда. Классно, что не нужно наверх заплывать, вон там, где разлом. И туда кидать бомбу эту сраную. А можно снизу воткнуть. Так, а подожди, там она есть. Все отлично. Черт. Я видел твои внутренности, твои кишочечки. Мегалодончик. Где ты есть-то? Ударь уже сюда. Эй, жирный, давай сюда дуй. Отлично, молодец. Взрывчатку поставили. Кислородику. Вон ты выплыл, да? Я видел. Ух ты, елки! Нифига себе. Так, вот эту бочку беру. Короче, бочка взрываться будет от его же ударов. А я думал, мне как-то детонировать ее надо будет там. Ударить что-нибудь еще. Так, где ты есть-то? Где ты? Он там дырку пробил. Он сейчас это все здание... А, нет, это обрушилось. Это же здесь столб был и обрушилось. А я-то уж испугался. Куда он уплыл-то? Что-то я не вижу тебя. Такой здоровый. Сейчас пойду за ним. Я только хочу выглянуть вот сюда. Куда это он уплывал? Ну как бы он просто взял и в здании дырищу пробил здоровую. А чё он отсюда выбраться-то не мог? Внизу опоры. Мощные опоры. Сваи, так сказать, на которых стоит это здание. Значит, получается, что мне теперь наверх. Да, он там, наверху. Ага. И здесь то же самое надо будет делать. Ясно. То есть, по идее, мне нужно всего одну колонну обрушить. Так. А чё ты весь перебинтованный? Кто тебя перебинтовал? Такого могучего акуленка. Я акула ту-туру-туру. Я акула ту-туру-туру. Я акула ту-туру-туру. Малыша. Так, мне надо кислороду. Есть, красавчик. Здесь покрепше колонна будет-то. Я, по всей видимости, раза два надо будет шандарахнуть. Ау! Из-за спины вылетели. Привет. Прям в носяру ему со стрелы. Ну, слушай, ему пофиг. Да, ему пофиг. Пришло время помазаться золотой жижей. А то здоровье что-то не к черту. Есть, пробили. Со второго-то раза, еле-еле. Пришло время действовать. Мистером Подрывашкиным. Кладем. Ну что, ударишь еще разок? Ударь меня сюда. Давай. Ох, хорошо как пошло. Все, еще выше теперь поплыли. И куда мы, на какой рен... Блин, ух, елки, какая здесь мощная колонна. Я пожрать бы успел, пока мы ее сломаем. Давай попьем воды под водой. Закусим картошечкой. Акула где-то над нами плавает. Кислород. Кислородима. Сейчас. Вот так вот. Давай в колонну прям. Есть удар, но по металлической части это не считается. Ударь-ка меня. Ударь вот сюда, давай. Есть удар. Еще разочек. Для красоты. Хорош.
Последний удар, по всей видимости, остался. И колонна, все. Акула, я тут с бочкой. О, как вышло-то все шикарно. Еще разочек ударишь? Ну давай, устроим бомбалейла, а? Получено достижение. Подрывная сила. Ого-го. Какие зубехи-то, а? Ты посмотри. А зеньки-то какие. Ее, видно, пытались и не один раз замочить. И веревка вот есть. Почему она в бинтах, это вот под вопросом. И вот крюк торчит. Да, залезем внутрь к этой рыбёхе. Короче, такое ощущение, что ее поймали, вот этого мегалодона, либо вырастили в лаборатории и ставили опыты. По-другому бинты описать я не могу. Значит, собираем мясо акулы. Мясо в ней, конечно, вагон. И бошку же я еще должен получить, правильно? Трофей акулы-носорога. А, ну это даже не мегалодон, а акула-носорог. Ну, теперь посмотрим, что у нас здесь. Эскалатор, поднимающийся наверх. Под лесенкой ничего не вижу. Есть, снова кислород, воздух. Так, и куда это мы залезли? Пылесос, надо же. А здесь у нас что это такое? Ветряная турбина! Это ж я теперь могу делать электричество из воздуха. Обалдеть. Записочка какая-то. Ключ журавля. Скорее всего, это от крана. Настало время сожрать омлет. По такому поводу. И идем дальше. Поднимаемся по лесенке туда. Опа. Тут даже прожектор работает. По всей видимости, нам теперь в трубу, которая куда-то нас выведет. Так. Нифига себе, куда это я попал? Все ясно. Вот этот прожектор я починил как раз-таки. Ну все, поднимаемся, короче, на кран. Только сперва нужно выспаться и попробовать одеть бошку акулы. Но, походу, ее нельзя одеть. Написано, что на трофейной доске не уместится. А куда же ее тогда поставить-то можно? Эту бошку. Ого-го! Подожди. Ничего. Я прям притащил целую акулу сюда. Нифига себе. Ну ладно, пускай здесь болтается, висит. Пойду из ее мяса сделаю. Я ж блюдо могу сделать, смотри. А, чтобы сделать... У меня, кстати, все готово для этого. Так, яйца забираем, подожди. Два куска мяса акулы. Потом вот эта вот веточка. Одна штука. И грибок. Варим. А я пошел посплю пока. Ну а пока там варится, пойдем посмотрим, что там для ветряной турбины нужно. Электрогриль, кстати, я забыл в прошлый раз его изучить. Воздушная турбина. Тут ничего сложного, за исключением непонятного количества титановых слитков, сколько необходимо. И улучшенный фонарь. Итак, смотрим. Воздушная турбина. 4 слитка всего лишь нужно. У меня как раз тут наплавилось 2 штука. И еще 2 штука наплавить надо. У меня дрова закончились на кухне. Надо подкинуть. Не доготовилась тут. Ну-ка, что там у нас сготовилось? Акула с грибочками. Какое изысканное блюдо. Пожалуй, съем его вон там вот наверху на кране. А пока вот это вот закидываем и варим еще одно такое блюдо. Наберу водички со своего бойлера. Ну что, приступим. Заводим. Так, что мне теперь нужно тут сделать? За что подергать? Ага. Вау! Вот это дырища! Вот это я понимаю. Пойдем смотреть, что там. Позипланили? С ветерком! А вон акула, кстати, у меня там висит, смотри. И что мы тут бомбанули? Прям до самого днища? Так, ёлки-палки. Надо спускаться аккуратно. Сейчас прикинь, там внизу куча живых. Люди живут. Опа. Ага. Тут чья-то хата. Как говорится, моя хата с края, да? И очень глубоко. Есть трубы, по которым куда-то можно выбраться. Здесь чертеж и записка. Temperance.
это еще улучшенная батарейка. Ю-ху! Ну-ка, давай посмотрим, куда нам теперь плыть. 31-42, координаты новые. И это место называется Temperance. Надеюсь, я правильно прочитал. Ну, давай посмотрим, что еще у нас тут есть. Можно по трубам куда-то вылезти. Двери открываются тут, интересно? Нет, заперто. Все заперто. Чуть кейсик не забыл. Кейс, конечно же, заберем. Но вроде бы, я здесь все обыскал. Можно и по трубе куда-нибудь выползти, посмотреть, куда же нас это все дело приведет. Ага, двери. Ну, получается, что все. Здесь выход, и как бы больше никуда ты и не пройдешь. Ну, поплыли тогда отсюда. Прощай, строечка. Здесь было круто. И незабываемо. Это первый босс за всю... А, нет, вру, там еще медведица была же большая. Поэтому можно сказать, что вот эта акула — это второй босс. Басяо. Надо же с ней сфоткаться, слушай. Красивенько. Блин, она даже в кадр не вмещается. Ну что ж, на этом красивом фоне мы с тобой закругляемся. Если понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк, написать комментик под видео и подписаться, если ты еще этого не сделал. А мы увидимся с тобой в следующем видео. Так что до встречи. А мне надо срочно выпить.